Итак, всем добрый день. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную старту социальной программы «Школа диалога» для вынужденных переселенцев и жителей Харьковской области. И сейчас мы поговорим о том, для кого эта программа, где она будет проходить, какие задачи стоят перед организаторами, перед участниками и когда будут подводиться итоги. Расскажут наши спикеры Ольга Клименко, руководитель общественной организации Центра психологического развития «Разум», Денис Ткачев, координатор проекта «Психосоциальная поддержка и работа с конфликтами» немецкой федеральной компании ГИС и Александра Дебаже, менеджер проекта «Школа диалога». Здравствуйте еще раз. Пожалуйста, Ольга. Доброго дня, шановні гості, доброго дня, колеги. Трішки розкажу спочатку про нашу громадську організацію, яка почала свою роботу як волонтерська ініціатива з 2014 року. І чому почну розказувати спочатку? Тому що буде зрозуміло тоді, чому саме школа діалогу. Да? Ми всі знаємо, що в нашій країні йде війна, кожен називає її по-різному. Хтось називає це АТО, хтось називає це громадянська війна. Але військові дії, на жаль, йдуть і сьогодні. І у нас дуже багато людей, які постраждали від військових дій. Люди, які опинились в ситуації переселення з 2014 року, найбільше людей було у Харкові та Харківській області. І психологи нашої організації почали надавати допомогу з 2014 року. Над чим працювали ми? Ми працювали не тільки індивідуально надаючи допомогу, а й проводили групи підтримки для людей, які опинилися в складних і тяжких ситуаціях. І це були не тільки особи внутрішньо переміщені, це були і люди, рідні яких загинули під час військової операції. Наразі ми проводимо тематизовані групи підтримки для людей, яким складно справлятися з тими ситуаціями, які є у їхньому житті. Це такі, як і втрата близької людини, і втрата домівки. І наш проєкт у партнерстві з німецьким урядом і організацією GIZ зараз направлений саме на формування конструктивного підходу до вирішення конфліктних ситуацій. І він направлений на молодь. Проєкт буде реалізовуватись у вищих закладах професійно-технічних навчальних. І ці заклади ми обирали протягом минулого року. Ці фахівці, які були дуже такими завзятими, просили, прийдіть до нас, будь ласка, до нашого закладу щось проведіть, покажіть нашим діткам, як працювати, дійсно, як вирішувати конфлікти. І ми самі хочемо також навчитися вирішувати конфлікти. Бо дійсно, наше життя доволі складне. І з конфліктами складаються всі люди, незалежно від того, воюємо ми чи не воюємо, так? І саме наша організація ставила собі за мету працювати над розвитком особистості і над розвитком особистості як найбільшої людської цінності і поваги один до одного. Це, так, скажімо, такий основний наш меседж, який ми будемо посилати, реалізуючи цей проєкт, що нічого немає ціннішого, ніж людське життя. І тому дуже важливо поважати і себе, і інших людей. Тільки тоді ми можемо конструктивно вирішувати конфлікти, і дійсно тільки тоді ми можемо відстоювати свою позицію і розвивати громадянське суспільство. Дякую. Денисе, будь ласка, розкажіть про те, як саме буде працювати програма, що до неї входить. Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Денис Ткачов. Я є координатором проєкту «Психосоціальна підтримка та менеджмент конфліктів» німецького товариства міжнародної співпраці GIZ. І, якщо не заперечуєте, я буду розмовляти російською мовою, і я буду краще розповідати про те, як працює наша організація та з чим ми
за якими напрямами основними ми будемо співпрацювати з організацією разом. І так, Німецьке общество міжнародного сотрудничества GIZ реалізує і в частності проєкт, в котором я работаю, это ініціатива інфраструктурної програми для України. Это проєкт, который в першу чергу направлен на оказание поддержки восточним регіонам України і под этими регионами в первую очередь понимаем те области, которые приняли наибольшее количество внутренне перемещенных лиц. Это Запорожская, Харьковская и Днепропетровская области. Таким образом, вот наш проект инициативы инфраструктурной программы для Украины работает именно вот в этих трех областях и концентрирует свое внимание на сотрудничестве с общественными организациями, органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими международными и местными партнерами. В частности, компонент, который представляю я, как я уже говорил, это психосоциальная поддержка и менеджмент конфликтов, работает по целому ряду направлений, прежде всего связанной с оказанием непосредственной психосоциальной помощи, поддержки внутренне перемещенным лицам, а также принимающим их громадам, поскольку философия, концепция работы GIZ в Украине состоит в том, что мы помогаем всем, независимо от того, является этот человек внутренне перемещенным лицом или нет, поскольку, повторюсь, последствия вот этого конфликта на востоке Украины испытывают абсолютно все жители Украины, прежде всего вот жители тех областей, о которых я уже говорил. В частности, мы достаточно плотно сотрудничаем с представителями государственных структур и коммунальных учреждений и работаем над оказанием, скажем так, прежде всего поддержки по повышению квалификации специалистов, которые непосредственно работают с внутренне перемещенными лицами. И хочу особенно отметить, что в ближайшее время нами будет инициирован, собственно, уже инициирован проект, который связан с внедрением новых, лучших практик реализации социальной политики в сфере работы с людьми с ограниченными возможностями. И уже в ближайшее время, в конце сентября, делегация области, которая включает как представителей органов власти местного самоуправления, так и представителей общественности, поедет в Германию и будет изучать опыт работы вот с такой категорией лиц. Но, возвращаясь к проекту, о котором сегодня идет речь, хочу особенно отметить уникальность этого проекта, которая состоит как в подходах, которые будут реализованы специалистами организации «Разум», так и в целевой аудитории, собственно, прежде всего, это учащиеся профессиональных технических училищ. И, собственно, опытом могу сказать, что часто именно эта категория учащихся выпадает из различного рода международных или местных проектов. Поэтому для нас было очень важно то, что такая целевая аудитория была выбрана. Ну и, как я уже говорил, те подходы к построению диалога, к менеджменту конфликтов даже на самом деле, к командообразованию в этой среде очень заинтересовали нашу организацию. Именно поэтому сегодня мы презентуем, начинаем фактически наш совместный проект, о котором более подробно, я думаю, расскажет его непосредственный координатор, менеджер проекта Александра Дебаже. Спасибо, пожалуйста, Александра. Да, спасибо. Хотела бы более подробно рассказать о проекте. И в первую очередь скажу, что длительность проекта с августа по декабрь 2016 года. И в течение этого времени в рамках проекта запланированы мероприятия. Это 5 тренингов однодневных для учащихся. Темами этих тренингов будут эмоции, понимание своего эмоционального состояния, работа со своим эмоциональным состоянием, понимание себя, другого человека. Также понятие конфликта, способы решения конфликтов, ненасильственное общение и командообразование. Действительно, я присоединюсь к словам Дениса Ткачева, что очень важно работать именно с учащимися профтехучилищ, потому что они выпадают из разного рода социальных программ, и на самом деле это одни из самых благодарных и мотивированных слушателей. К
Кроме того, в рамках проекта запланированы тренинговые занятия для преподавателей на профилактику эмоционального выгорания, снятие напряжения. Также обязательно мы проводим фокус-группы для выявления потребностей и для понимания того, с чем нам дальше психологам предстоит работать, и для контроля развития нашего проекта, понимания, к чему мы пришли. Кроме того, запланированы индивидуальные консультации как для учащихся, так и для преподавателей, также для снятия напряжения и для решения тех вопросов, которые не могут быть по каким-то причинам индивидуальным, возможно, вынесены на группу. Кроме того, в рамках нашего проекта «Школа диалога» совместного с GIZ и немецким правительством мы разработали и опубликовали скетчбук по кратчайшему пути к диалогу. Называется он «Есть контакт». И каждый участник проекта будет иметь возможность его получить. Это пособие по конструктивному решению конфликтов. И без сомнения, в конце нашего, в завершении нашего проекта для самых активных участников мы сделаем театральную постановку в качестве презента и приятных впечатлений. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, переходим к вопросам. Если у вас есть вопросы, поднимайте руку, я подойду к вам. Расскажите, по какому принципу отбирали участников проекта и в продолжении какого времени это происходило? Ну, давайте ми повернемось до того, що у нас зараз є наразі три професійно-технічні навчальні заклади, і ми співпрацюємо з областю. Це будуть лідери шкільного самоврядування. Лідерів ми не вибирали. Лідери є лідери і ті, хто був дуже активним на протязі минулого року у школі, да? З цими дітьми ми будемо працювати як з активістами, а в професійно- та в технічних навчальних закладах відбір відбувався наступним. Тобто самі заклади ми відбирали по активності психологів, активності заучів і їх бажанню, щоб до них прийшли спеціалісти і фахівці і допомогли їм навчити дітей вирішувати конфлікти, і що дуже порадувало особисто мене і моїх колег, що вони казали, не тільки навчіть дітей, а допоможіть нам, бо у нас у самих також часто бувають конфлікти. Тому ми вибрали тих, хто був найактивнішим. І це були ті спеціалісти, які приходили на різні круглі столи, конференції, різні заходи з вирішення конфліктів, конструктивного діалогу, так, протягом минулого року. Відбір уже самих дітей нам вже було проведено у кожному навчальному закладі інформаційні зустрічі, де ми розказували про програму, де була можливість задавати питання. Потім були проведені фокус-групи, і дійсно ми прислухалися як і до рекомендацій адміністрації, кого б вони хотіли бачити, так само і до дітей, активістів. І дійсно, на жаль, у нас є такий більший запит, більший кількість дітей хотіла би прийняти участь, але оскільки ми працюємо над розвитком навичок, вмінь конструктивно вирішувати конфлікти, ми сподіваємося, що вже самі потім підлітки, які пройдуть це навчання, зможуть ділитися інформацією і зможуть проводити міні-заходи уже в своїх навчальних закладах. Ось таким чином відбувався відбір. Спасибо. У вас вопрос, да, кажете? Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, вы присматриваетесь только к активистам, но ведь есть люди не только, которые, скажем, человек пережил травму, то есть он замкнулся в себе, то есть у него шансов попасть в вашу программу просто нет, хотя ему эта помощь могла бы быть необходима. Безумовно, я з вами згодна, але ми трішки неправильно почули один одного. Активісти і лідери – це ті діти, які будуть привозити з Харківської області, оскільки можливості проєкту обмежені, да? Тобто ми не можемо їздити там у кожний населений пункт, який знаходиться там за 200, за 300 може, кілометрів від міста. Да? Це може бути найдальші куточки. Тому з обласною категорією, діти, які знаходяться в області, так, це будуть лідери, лідери шкільні. А у Харкові ми працюємо і з тими, хто як проявляє активність,
так і з тими, кого рекомендують. Та? І самі діти казали, що ми б хотіли, щоб, наприклад, там, наша подружка, да, така-то прийняла участь, тому що вона не активна. І ми пропонували, і після інформаційних зустрічей діти давали згоду. Таких прикладів небагато, на жаль, це можна дійсно на... Ну, взагалі-то я мала в виду непосередньо в Харкові, а не в селах. Тобто в Харкові повно дітей-переселенців, яким потрібна така допомога. Дякую. Добрый день, Дмитрий Овсянкин, аналитик QA. У меня несколько вопросов, с вашего позволения. Ну, во-первых, вы не открыли нам, какие профтехучилища в Харькове и в Харьковской области вошли в программу. Могли бы вы назвать эти заведения, и если область, то из каких районов? Это первое. И второе. Вот когда вы говорите, что вы отбирали по критерию активности, я так понимаю, критерии активности в первую очередь преподавателей и руководящего состава училищ. Так. Рассматривали ли вы при отборе момент, там где директор, завуч и преподаватели активны, там конфликтов в коллективе детском, как правило, значительно меньше. Не получится ли, что отобранные вами учебные заведения практически не конфликтны, а те, которые конфликтны из-за того, что их руководство пассивное, не попадут в программу, а помощь нужна именно там, где конфликтов больше. Спасибо. Дякуємо за ваше запитання. Дійсно, список – це не якась таємниця. Я відповім на запитання Олександра, озвучить цей список. І дійсно, я з вами згодна, що активність, вона буває різна. І на відбір ми брали ті навчальні заклади, які казали, не казали, що у нас немає конфліктів. А дійсно зізнавалися в тому, що конфлікти є. Тому що маючи досвід, маючи досвід більше 5 років, я б сама працювала у системі шкільної освіти, яка б гарна адміністрація не була, конфлікти завжди є. І ті конфлікти між дітьми, конфлікти між дітьми і батьками, конфлікти між батьками, конфлікти між педагогами, конфлікти між адміністрацією і педагогами, між адміністрацією і батьками, між адміністрацією і дітьми. Ну, це дійсно, це реалії, це правда. І казати, що нема конфліктів, це просто дійсно неправда і нереалістично. Є стільки, а є стільки. Безумовно. І я з вами дійсно згодна, що... Ті керівники, які казали, що безумовно, спочатку ми спілкувалися з психологами, так? І ті психологи, які казали, що у нас є конфлікти, нам потрібна допомога. І хочу зазначити, що наш проєкт, він пілотний. Ми сподіваємося, що надалі у нас буде можливість дійсно приділити увагу всім навчальним закладам, можливо, у співпраці з іншими громадськими організаціями. Але для нас було важливо зараз за цей період, дуже короткий, подивитись, наскільки ефективним він буде. І навіть оці три ПТУ, які у нас є, професійно-технічні навчальні заклади, вони дуже різні за контингентом. Я зараз передам слово менеджеру проєкту, яка була на всіх інформаційних зустрічах, на всіх фокус-групах, і вона трішки поділиться своїми враженнями. Що за ПТУ? Да, спасибо, говорю. Это три ПТУ. Первое – это сфера услуг. Второе – швейного производства. Сфера услуг, простите, Харьков? Харьков. Мы говорим о Харькове, ПТУ в Харькове. По Харьковской области только лидеры ученического самоуправления. Харьков, швейное производство, швейного производства и быта, и строительство. И без сомнения, я согласна со словами Ольги, что контингент абсолютно разный. Например, в ПТУ строительства у нас две группы учащихся, и там практически одни мальчики. Это, без сомнения, накладывает свой отпечаток на дальнейшую работу. Кроме того, относительно конфликтов хотела бы еще немного ответить. Конфликты есть всегда, и чудесным образом получилось так, что психологи и руководство позволили нам набрать группы учащихся, которые только поступили в ПТУ. То есть это учащиеся первых курсов также. Со вторыми и третьими курсами тоже работаем, но первые курсы есть. И это дает нам возможность уже начать оказывать им психологическую поддержку на самом старте.
Кроме того, без сомнения, есть в каждой группе внутренне перемещенные лица, дети из семей внутренне перемещенных лиц. Поэтому это также очень важная тема для обсуждения, для нашей работы. Пожалуйста, если есть вопросы, поднимайте руку. Да, и у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, какие именно конфликты? Вот фокус группы, какие именно конфликты выявили? Один. Областная радио Харькова, Катя Тищенко. Я хотела бы спросить, какое количество учащихся среди взрослых и школьников, детей, всех вообще? В общем, и у вас оканчивается проект в декабре. Есть ли подальше планы? Какое будущее? Да, разрешите, я отвечу на первые два. В рамках проекта у нас запланировано 5 тренингов и 7 групп. Первая – это лидеры ученического самоуправления, и 6 групп, которые мы набрали в этих 3 ПТУ, по 25 человек в каждой группе. На фокус-группах мы выявили следующие конфликты. Фокус-группы были проведены как с учащимися, так и с преподавателями. И, без сомнения, результаты немного были разные, но учащиеся говорят о том, что есть конфликты между ними и родителями. Есть конфликты между учащимися и преподавателями. Более детальную информацию, какие конкретно, дать не могу, потому что есть договор о конфиденциальности, нам не положено. Но в общем и целом это конфликты ребенок-ребенок, взрослый ребенок. Я трішки добавлю, що частіше, що нас здивувало, це дійсно, незважаючи на те, що це підлітковий вік, і, ну, в принципі, це мало б бути батьки-діти або педагоги-діти, але більша часть дітей сказала, що конфлікти учнів-учень, так, студент-студент. Дійсно, інколи складно бути таким, як від тебе вимагають, складно із тих питань, так, що провокує конфлікти, складно виділятися, складно відстоювати свою думку, бути не схожим на інших, складно йти проти правил, які є серед однолітків, так, тобто з батьками і з педагогами це трішки, це складно, але трішки простіше, так, а з однолітками набагато складніше. І відповідаючи на третє запитання, так, дійсно, ми плануємо проводити і візити, і заходи, і після закінчення проєкту, тому що, ну, ми відносимося до нашого проєкту як до нашої такої дитинки. І нам було дуже цікаво подивитися на те, як самі підлітки так уже впроваджують ті навички, які отримають від нас в своїх навчальних закладах. Це було б для нас найбільшим. Если позволите, я тоже добавлю немножечко уже от стороны GIZ. Дело в том, что проект инициативы инфраструктурной программы для Украины при поддержке немецкого правительства планирует продолжать реализацию своего воплощения на территории Харьковской области до 2019 года включительно. Поэтому я уверен, что этот проект, как уже было правильно отмечено, он первый пилотный в этом направлении, но далеко не последний. Это первое. И второе, это то, что сами GIZ, сама наша организация запускает сейчас серию тренингов, семинаров для школьных психологов, для психиатров, для представителей социальной сферы и так далее, и так далее. И на самом деле достаточно обширный охват у нас получается, в том числе Харьковской области, и, наверное, в первую очередь мы сейчас будем концентрироваться на жителях и на жителях Харьковской области, скажем так. И также хочу отметить, что в ближайшее время будет запущен пилотный проект с 5 муниципалитетами Харьковской области, который будет работать по 2 направлениям, и, наверное, отчасти будет дополнять то, о чем говорилось. Это проект, который направлен на развитие молодежного лидерства и так называемый change manager, да, то есть воспитание, подготовка менеджеров изменений, которые будут призваны помогать данным муниципалитетам внедрить те изменения, которые позволят более эффективно, более качественно предоставлять социальные услуги местному населению.
Очень хорошо, Денис. Вы уже начали частично отвечать на мой сформировавшийся вопрос. Почувствовал. Да. Вот насколько, все ж таки я его озвучу, насколько идет работа с территориями за пределами Харьковской области, с муниципалитетами, это замечательно. Меня интересует такой момент. Охвачены ли хотя бы в планах маленькие сельские школы? В большой школе, где есть психолог, где хорошие квалифицированные преподаватели, конфликт бывает, но его легче гасить. В школе, где всего там 30, 40, 50 учащихся, конфликты, как правило, приобретают куда более драматичный характер. Есть ли у вас, так сказать, в планах работать именно с маленькими сельскими школами? Они, как правило, далеко и до них не доезжают. Ни хорошие преподаватели, ни психологи. А основной, ну как бы, лидер мнений, сильный второгодник под шофе. Извините за такую формулировку. Вот что у вас в планах на сельские школы, на сельские общины? Это то, о чем мы мечтаем, Дмитрий. Да, потому что действительно в Харькове гораздо проще получить профессиональную помощь и в районных центрах, мы с вами согласны. Это наши мечты пока. Вас поддерживают? Мы очень надеемся, да. Потому что действительно хотелось бы оказывать помощь там, где она более необходима. Почему мы именно и решили не ждать, что к нам придут кто-то из подростков и проводить клубы какие-то, да, а действительно идти именно в учебные заведения. И мы понимаем, что актуальность, она есть, и она очень большая. И мы очень надеемся, что наш общий проект совместной школы диалога, что он не только важный и необходимый, да, что он и получит продолжение. И мы благодарны и немецкому правительству за поддержку, и нашим партнерам GIZ за то, что действительно поддерживает нас в этом. Потому что в рамках мероприятий действительно то, чего мы не можем себе позволить, накормить участников, предоставить достаточные материалы, то есть мы можем оказать свою, действительно внести свой вклад как нашу профессиональную помощь, но очень благодарны партнерам за поддержку, потому что именно с партнерской поддержкой это будет на профессиональном и высоком уровне. Спасибо. Вопрос следующий. Юлия Шмаченко, Слободской край. Хотелось бы уточнить, вы говорили о том, что итогом этой программы станет театр. Это будет постановка, и какая форма этой постановки будет? Это будет плейбэк театра или это будет классический вариант? Вот что это будет? Это будет театральная постановка, классический вариант. Мы приобретем костюмы, мы приобретем театральный реквизит, и будет работать режиссер-постановщик над данным мероприятием. И для самых активных участников это будет полноценная театральная постановка, которая будет поставлена в одном из ПТУ. Для остальных это будут мини. Это будет с каким-то большим конфликтом постановка? Ну, я имею в виду вот в самом дороге. Мы пока не будем раскрывать секреты, и сохраним немножечко интригу, чтобы это было интересно. Ваша выбрана или нет? Понимаете, дело в том, что это будет театральная постановка вроде с одной стороны классическая, но с другой стороны обязательно будет психологический подтекст. А какой конкретно, мы будем понимать тогда, когда мы уже поработаем с этими детьми, когда мы выявим их потребности, когда мы поймем, как мы движемся и в каком направлении мы развиваемся, и высветим те моменты, которые будут необходимы и терапевтичны в конкретной данной ситуации. Скажите, пожалуйста, Денис, в каких еще областях запущен этот проект? Это ведь касается не только Харькова и Харьковской области. Если мы говорим о проекте «Школа диалога», то это пилотный проект исключительно для Харьковской области, по крайней мере, на данный момент. Если мы говорим о проекте «Инициатива инфраструктурной программы для Украины», в рамках которого, собственно, работаю я и работают мои коллеги, это Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области. То есть области, которые приняли наибольшее количество внутренне перемещенных лиц. Насколько мне известно, достаточное число
переселенцев находится и в других областях, в том числе Одесская область. Да? Вот мы недавно общались с представителем фонда «Парамир». Человек занимался вывозом людей с инвалидностью, и они оказались как раз там, и там достаточно много вопросов поднималось. Ли такая тема, чтобы в том числе вот в Одессе с такими людьми работать, или это просто уже другая история? Я думаю, что это немного другая история. GIZ – крупная системная международная организация, которая только в Украине более 10 проектов различных реализует на данный момент. И в том числе в Одессе тоже ряд проектов на данный момент реализуются. Но они не связаны напрямую с внутренними перемещенными лицами и с ситуацией, которая вокруг этого сложилась. Повторюсь, все-таки наибольшее количество внутренне перемещенных лиц приняли именно эти три региона. И в особенности Харьковская область, где, как вы знаете, более 200 тысяч официально зарегистрированных переселенцев, что составляет, что больше, чем переселенцев в Запорожской и Днепропетровской области вместе взятых. Поэтому именно на этих регионах сконцентрированы наши основные усилия. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Не вопрос, скорее уточнение, Денис, к вам будет адресовано. Вот подобные диалоговые проекты в других странах реализовывались ли организации, которую вы сегодня представляете? Есть ли вообще такой международный опыт диалога на примере стран, где тоже есть перемещенные лица? Есть ли опыт вообще подобных мероприятий? Спасибо большое за вопрос. Действительно, очень важно понимание тех процессов, которые происходят в других странах, ведь Украина, к сожалению, не единственная страна, которая столкнулась с этой проблематикой. Хочу сказать, что мы достаточно плотно исследуем опыт бывших стран, которые были вовлечены в балканский конфликт. В частности, мы работаем с представителями Хорватии, и их специалисты, тренеры, психологи тоже работают над тем, чтобы предоставить свои знания, умения и понимания работы с людьми, которые вовлечены были в конфликт, в том числе вот на территории Харьковской области. Вот мои коллеги как раз принимали участие в подобных семинарах, тренингах, в рамках которых повышалась их квалификация. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы уже раз затронули тему того, что такие проекты были. Скажите, какой результат они давали? Вот вы отслеживали динамику, скажем, конфликтов? Да, по той же бывшей Югославии. Это сейчас ко мне вопрос, да? Да. В принципе, конечно же, эта аналитика у GIZ имеется. Опять же, я привел сейчас пример, непосредственно, с чем мы непосредственно работали, хотя перечень таких стран, он достаточно велик. GIZ работает в более 130 странах мира на данный момент, поэтому имеет колоссальный опыт в этом отношении. За основу мы взяли тот опыт, который вот немножечко ближе географически и, наверное, ментально к Украине. Тем не менее, опять же, целый ряд стран, также по целому ряду стран есть такая аналитика. К сожалению, на данный момент я не владею настолько информацией, чтобы давать какие-то комментарии по этому поводу. А эта информация доступна на сайте? Да, конечно же, она имеется. Сайт организации, он международный, да, поэтому, пожалуйста, там доступны все страны мира, и по каждой стране есть соответствующая аналитика. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Тогда спасибо большое участникам, спасибо большое спикерам, и я заранее уже приглашаю вас с результатами проекта в декабре, чтобы вы рассказали о том, к чему привел, можно даже с промежуточными. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое аудитории за интересные вопросы. Спасибо.